18 июня 2022 года, Одесса. Сегодня очень тревожная ночь была. 02:06 была объявлена воздушная тревога, и 02:07 были слышны три взрыва, очень сильных. Очень много людей писали в чаты Телеграма, что была сильная вибрация. И такие прислали потом видео. Есть даже видео момента прилета. Но еще не сказали, куда. По понятным причинам. Не могут написать, куда именно. Но уже знают об этом. Официальной информации еще нет. И подтверждения. Также в небо была поднята авиация наша. Вот. Бой тревоги был через 12 минут. То есть тревога была 12 минут. Вот такие новости на данный момент.